Всем привет! Надеюсь, что с вами все хорошо. Сегодня речь пойдет о маске, о медицинской маске. Известно, что вот такая маска может работать не более 2 часов. То есть на 8-часовой рабочий день потребуется как минимум 4 штуки. Я хочу сегодня показать, как можно увеличить срок действия такой маски. Но маска будет не одна, а 2. То есть одна будет вкладываться в другую. Но срок службы при этом у них увеличится в 4 раза. Для этого мы ее обработаем специальными составами. Нам понадобится настойка прополиса. Я ее делаю сам. И раствор живицы или смолы любого хвойного дерева в спирте. То есть спиртовой раствор. Кто не имеет возможности сделать, можно заменить. Значит, настойка прополиса продается спиртовая в аптеке, а раствор спиртовой смолы хвойного дерева можно заменить пихтовым маслом. На одну из 2 масок наносим точечно, поочередно наши растворы. Я начну с прополиса. Все, пропитка закончена. А теперь беру чистую маску, вторую, и одеваю ее. А поверх чистой маски одеваем нашу пропитанную. Вот и все. Кстати, воздух, которым будете дышать, очень приятный. Всем здоровья, до свидания.